ремонтантная земляника покраснела вся. Так, а что-то я высоковато стало вроде как. Немножко под окучем. Иду погулять под вечер. Погода у нас разгулялась к вечеру. Посмотреть редиску со своей редькой. Да, можно еще протаскивать. Еще есть хорошие редисины. О, так, а дайкон, я не пойму, его кто-то там жрет. О, что-то непонятно. Так. Расчленился. Корни дал во все стороны. И, похоже, или кто-то заел, или треснул. Так, здесь чего у нас? Да. Надо будет. Слизни появились. Слизни едят сейчас. Вот. Может, вот это тоже. Так. Это маленькое. Пусть сидит. Так, ладно, я потом заберу. Сейчас я хочу пройти. Муж сказал, чеснок там вылез. Где я сажала прошлогодний чеснок. Вот как Карину обрезали. А, да. Так, а это ты не шу. Не. Немножечко прикрыть. Так. А второй. Ну, вторая кучка. Не вижу я, чтобы выперла. Зашел. Ну, ничего страшного, что зашел. Не замерзнет. Так. Так, что здесь делается? Так. Белая, красная смородина. Здесь он все уже докопал. Смотрю. Так. Теперь ему останется вон там перекопать. И он там. И он там еще немножко. Ну, еще ему как зарядка. Ну вот, перемыла. Один дайкон оторвался, две маргеланских, два дайкона и редиска. И ботву уже один таз отнесла, и вот второй таз. Это они все съедают. Они у нас как коровы. Травы съедают, сколько ни дай. Я им не стала грязь сыпать, а вот сюда насыпала.
Тут муж песку подсыпал. Им в яму, нам под ноги. Давайте, клюйте. Больше я вам не дам. Да. Нет, нет, сыпать вам не буду туда. Сыпать вам никак не буду. Там грязно. Здесь сетка. Вот. Доклевывайте. Так. Цап-царап, да? Ну, берите. Ничего страшного. Цап-царап делают. Придели соседские дубы. Немножко листьев упало. Были вообще насквозь. Не просвечивали. А сейчас все. Листья уменьшаются.